Сегодня мы отмечаем день рождения нашего любимого города. Ему исполнилось 158 лет. По меркам городов он у нас еще очень юный, молод, и все самое интересное у него еще впереди. Но если мерить человеческими жизнями, ни одно поколение наших предков сделало очень много для его становления и для того, чтобы он стал именно таким, каким он нам достался. Очень много было сделано, но еще больше предстоит сделать нам сегодня. Мы все хотим жить в красивом, благоустроенном, удобном городе. Все это, наверное, не имело бы такого смысла, если не сказать о главной составляющей нашего города. Конечно же, о ее жителях, о вас. Поэтому прежде всего я хочу поздравить вас всех с этим праздником. Всех учителей, врачей, работников села, работников жилищно-коммунального хозяйства, тех, кто работает у нас в санаторно-курортном комплексе в сфере отдыха, наших общественников, которые сегодня всей душой болеют за наш город. Всем вам я хочу пожелать искренне мира, добра, удачи, благополучия вам и вашим семьям. И я уверен, что и дальше мы вместе, плечом к плечу, будем двигаться во благо развития нашего прекрасного города, нашей любимой Кубани, нашей великой России. С праздником, дорогие друзья! В горячем ключе много замечательных традиций, и одна из них – чествование земляков, которые вносят неоценимый вклад в его развитие. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вручается Владимиру Андреевичу Ерохину, председателю Совета муниципального образования город «Горячий ключ». Александру Владимировичу Коробко, депутату Совета муниципального образования город «Горячий ключ». Владимиру Анатольевичу Гришечко, генеральному директору ООО «Ручеек». Благодарственное письмо вручается Анатолию Аванесовичу Тазлияну. Награждается Людмила Николаевна Шеремет, директор средней общеобразовательной школы номер 8. Награждается Елизавета Гугулиевна Гришечкина, директор средней общеобразовательной школы номер 3. Ирина Алексеевна Задорожко, учитель географии и биологии, основная общеобразовательная школа номер 14. Почетной грамотой награждается Николай Алексеевич Пахомов, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Волчьи ворота». Эти аплодисменты сегодня всем нам, всему «Горячему ключу». С праздником, с днем рождения, любимый город! Это люди, которые делают сегодняшний день, берегут и поддерживают его славу и величие.